Секретарь Одинцовского местного отделения партии «Единая Россия» Лариса Белоусова и депутат «Единорос» окружного совета Андрей Степченков посетили Звенигород, где провели проверку качества ремонта подъездов многоквартирных жилых домов. Вместе с представителем управляющей компании они осмотрели входные группы домов номер 1 и 12 в квартале Маяковского, а также корпуса номер 10 в микрорайоне Пронина. В ближайшее время все работы должны быть завершены. Это проконтролируют и партийцы, и инициативные группы жителей.